друзья, коллеги, соработники на Ниве Божией, поздравляю вас с прекрасным праздником Воскресения Иисуса Христа. Иисус Христос воскрес, и это означает то, что мы осознаем тот факт, что Он встретился с нами, а мы встретились с Ним. Как апостол Павел на пути в Дамаск встретил воскресшего Иисуса, и это изменило его жизнь, так и пусть эти праздничные дни будут постоянной встречей с нашим Господом Иисусом, который изменяет нашу жизнь, поручает нам наше служение и преображает других людей, с которыми мы соприкасаемся. Боже, к вам благословением в эти праздничные дни. Поздравляю вас с праздником Пасхи. Желаю, чтобы воскресший Иисус Христос особенно благословлял вас в эти дни. Поздравляю вас с этим уникальным событием, произошедшим в истории человечества, воскресением Сына Божьего Иисуса Христа. В Священном Писании мы читаем, что как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Желаю, чтобы все мы ходили во свете воскресения Иисуса Христа.